Благотворительность есть в Бурятии? Есть, конечно. Как она выражается? Как выражается? Ну, вообще, в последнее время очень много стало объявлений о помощи. Я просто думаю, насколько она вот осуществима, это сбор средств. Со всех сторон буквально, да? Я просто думаю, неужели наши, ну, не хочется говорить, что нищие, но, может быть, так и есть на самом деле. Правде в лицо, если сказать. Неужели наши нищие буряти вот, ну, располагают такими средствами, что можно с такой частотой объявлять сбор средств? Просто никогда я не слышала, например, что объявлен сбор средств, там, например, на миллион, а собрано столько-то, ну, жителями Бурятии. Отчета, да, не слышу. Да не надо отчета, а просто вот эту цифру озвучить. Чем кончилось? То есть какая, да, какой результат вот объявления тут? Никогда этого нету. Я вот сама, например, тоже участвую в благотворительности, но я вот через сайт Facebook «Милосердие» мне все время. Там квитанцию выкатил, пришел в Сбербанк, заплатил. Например, 300 рублей в месяц. Мне не жалко. Какие-то интересные акции благотворительные бывают? Не знаю, должна ли быть она интересной. Ну, чтобы люди не прошли мимо, а действительно заинтересовались. Я не могу сказать про другие акции, да, потому что я только слышу только то, что по телевизору передают. А что передают? Сборы, да? Да, сборы передают. Но вот у нас был у самих интересный опыт. Мы накануне Нового года проводим трехдневную акцию. Она сейчас у нас проходит в Galaxy и в Саган-Марине. И мы познакомились с интересным молодым человеком. С его прибытием у нас значительно повысился сбор средств. Это кто? Я наблюдала за этим молодым человеком, мне было так интересно и радостно, что такой человек с таким воодушевлением. И самое что интересное, он потом сказал: вы знаете, мне так понравилось самому. Вы, говорит, меня обязательно зовите, если у вас еще какие-то другие, ну, на другую тему будут. Я говорю: хорошо, здорово, говорю, у нас первый с такой подачей, что вот вы меня еще зовите, я вам еще хочу помочь.